Ну, как-то так. Я не знаю, что сейчас со звуком будет. Слышно, не слышно. Но это из-за видеокамеры, может быть. Блять, она не отключается. Так. Отключить. Вот сейчас должно быть лучше слышно. Сейчас не лучше слышно. Во, все норм, норм, да? Пошло. Я выключил. А два микрофона одновременно работали. В видеокамере тоже есть микрофоны, поэтому вот это у меня происходило. То есть она помимо видео транслировала еще и звук с нее. И когда он дублировался, а в ней глючит как раз. Было весело, да, это с нее. Извиняюсь. Все, сейчас включу звук. Расклад просто дерьмище. Вообще конченое дерьмо. Ни денег, ни сундуков, ни охран, которую можно в скелет превратить, ни разбежки, вообще нихуя ничего нет. Так. Нет, я же сказал. Успокойся. Так, сейчас, извините.
Так. Bullet fire, блядь. Нет, у меня не осталось. Надо, блядь, побриться немножко что-то. Точнее, подбриться. Это, блядь, оброс, как хуй знает кто. Искупаться на башке, черт, что, только проснулся. Ничего, я прибавлю звук, никого нет. То он меня через наушники только шарашит, чтобы вам было слышно нормально меня. Так, надо донатеров стереть. На этой неделе никто не донатил. Точнее, я и не стримил. А, бегущая строка. Амилыч мне донатил. На прошлой неделе Рубалечек. Еще были люди. Так. Изменения. Некро получились с красным светом 5500, оппонент играет данжем. Даже меньше получились. Некро 5000, я просто перегенерацию брал. Некро за 5000 красные получились. Ну, с перегенерацией 5500. Так что как-то вот так. Так. Ну что-то долго ходит, это к добру. Может быть, перестанет. Блять, а вот то, что качнулось вот это, нет, это не к добру. Так, блядь, ну у него не, походу он рез-то не возьмет, но это пиздец раздача. Вроде скелетов прилично, да, парни, но что-то, блядь, на первый день я ничего не построил, денег нету. Качаться я хуй его знает, негде вообще, я не вижу, где качнуться можно. Сера есть, правда, на лечении, но этих мудил нет. Ну, в общем, все ужасно пока. Сюда ГО еще вдобавок. Просто реально нет охраны. Надо бежать сюда, то есть убивать скелета. Даже не убивать, нужно убивать вот этих. Залазить в лагерь. Может быть, там что-нибудь вытащу. Но опять же, от того, что я вытащу, скелетов не прибавится, объектов я вижу пока только один. Это неприятный какой-то.
Да ну, лого и земля. Да не, нормально все, я вытащу стрелками. 5,5, да, неплохо, но раздало говно. Лого и земля, да мне не нужна даже лого и земля, ребят. Мне нужен эксперт некро и хотя бы где-то скелетов машинить. У меня вообще ничего нет. Я же сбежался 1-1-1, я, может, много не вижу, но ничего нет. Из плюсов только, может быть, не очень далекое ГО среднее такое. Но он рестарт не возьмет точно, он дерется там, я ебу. Это очень плохо. Так, ну чё, ну просто пиздец, 11 минут остался. Мне уже страшно подумать, что там за расклад. Конечно, очень великолепно будет, если он возьмет рестарт. Вроде я говорю, есть скелеты, но делать ими нечего. Я сейчас пробью там, я не знаю, вот это, наверное. Но с деньгами вообще проблема. Два героя на деньги отправлены. Так, а у меня 7-й разгон, да, тут есть еще. Ну да, пизда мне. Я даже не сомневался, блядь, что он не возьмет. Даже не было у меня сомнений. Так, ну хоть денег немножко нашли. Замедление у топа. Так, ну давай так, так. Обязательно купим еще героя. Обязательно. Бежим сюда. Кладбище. Сюда, сюда, сюда. Разведка, конечно. Так, ну надо бежать сюда. Я потому что вообще не имею выбора. Абсолютно. Семнадцать. Не, 17 много. Началось, бля, вот это хуёво. Не так поставил.
Ну, красавелла вообще, ебать. Нихуя тут нету. Просто пустой расклад, ребят. Я хуй его знает. Проще сразу сдаться. Блять, ну реально нет нихуя. Штук и вот я не знаю, хули тут делать. Начинайте, твари, донатить, блять, потому что я горю, ебать, уже. Ну это вообще чмошный расклад, самый чмошный, наверное, который я видел. Ну просто я бегу, ничего нет, даже охран нет. Ёбнуться просто. Вот реально я, блять, пробежал целый ход, тут никого нет. Скелеты и все. Ёбнуться. Рестарт на 113 не помешал бы, но его нету. Отсутствует. В общем, хз. Посмотрим.
Так. Так, так, так. Я думал, мне кто-то задонатил, а это другая хуйня. 20 тысяч пришло. Очень жаль. Так. Блять, ну там будут долгие ходы, десы еще вдобавок там. Ну сейчас берем, делаем скелетов. Вещей пока не делаем. Мы тут шарашим. За Пандорой идем, тут без вариантов. Ой, за грифонами мясо, скорее всего, не знаю, нужно. Ну, нужно Галтрану туда идти. А кто у меня есть кто-нибудь? Пятерки, да? И денег надо где-то. Вот есть деньги, есть что. Ну, этот мудила что-то, может, найдет. Расклад очень ужасный. Ничего нету и не предвидится. Ну, по крайней мере, на ранний выход точно не расклад. Говно. Так, смотрю всякую шляпу, извините. Отвлекаюсь, молчу. Грифов 2049. Конечно, блядь, стрелки тут охраняют. Так, деньги ли это, блядь? Скорее всего, деньги, наверное. Так, ну там ничего нету пока. Критического, по крайней мере.
Ну нихуя нету тут. Так, машина скелетов. Так, это не надо. Это не надо, это не надо. Этих всех мразей скелетов. Сюда. Сюда. Сюда тоже. Зомбаков. Блять, даже тут дух уныния. Ебучий в рот, блять, не деньги. В натуре везет, блять, как утопленнику. Блять, я тут не достаю. Ну вообще пиздец полный. Не считаю нихуя ничего. Погнали, блять. Сопли, блять, жевать. Погнали, блядь. Я хз, блядь, убегут, наверное, да? Понятно, блядь. Но это мясо. Ну, теоретически это 10 тысяч экспы может быть. Началось, блядь. Так, давай сюда. Ну, может, и зря я потратил туда. Бля, да это все, ребят, это сдаюсь я. Ебать-то в рот, ну какие деньги? Ну я вас прошу, ну куда нахуй? О, боже, блядь. Вторую улей. Не обосраться от счастья бы. Минус армия, минус все нахуй. Нихуя нету линейной, блядь, карта. Сдался я, короче. Не хочу это играть, ебалу. Минус 500 рублей. Блять, что-то, блять, соплей полный нос. Что за хуйня? Да говно. Да проще было не ебаться, сдаться, потому что это пиздец. Расклад был мучение. Я ноль темпа имел, вообще ничего не было. Ну дали денег и нихуя нет. Ни армии, ни, блять, объектов. Два улья. Будет толку с них. Ну, выйду я в трэжу еще.
Ой, блядь, пизду. Сейчас заново торгуемся. Ну не пошла игра, что я ничего не могу сделать. Я два раза пришел из четырех или из пяти раз. Два раза, короче, пришел этот страйк. Так, ну может отдаст он мне болото, посмотрим. Да вряд ли он отдаст мне так дешево болото за 5000. Ой-ой-ой. Так, отдал я ему за 500 болота. Вполне нормально. Ах, блин. Эти долгие ходы, эти долгие думки, 500, 600, 700. Отдаю я ему, если он сейчас берет, дороже. Итого 5900 пойдет. Так, берем инф. Марька. Пойдет.
Так, что-то произошло, я не понял, что. А, блок 1.1.1 сразу. Отлично, ничего не могу сказать. Блок это охуенно. Если честно, говорить не очень хочется что-то, да и вопросов не задаете. Комментировать игру, ну не знаю. Тут пока особо нечего комментировать, опять же таки. А больше некого брать. Кого из героев можно взять? Просто за Инферно у меня очень часто так происходило, что я брал, допустим, героя, который 350 голды дает, Октавио. И потом мне из 8 героев ни одного нормального не приходило. А Маруся хотя бы более-менее нормальный герой изначально. Можно взять как главного. Ну, то есть ей дают логу часто, землю, атаку. Такая боевая. Ну ща вот вроде Мифала пришла. Там Брон пришел. Так. Посмотрим, сколько он героев разбежится. Не думаю, что там будет прям космическое количество. По раскачке, по пятам спец может даже и лучше будет. Да нет. Марика хороший спец, на самом деле, ты зря. Уже тестил. А Калх нет, говно. Он дает... Ну, допустим, 2 стека по 6, 12 этих гогов, они ни о чем, они мне, ну, не сказать, особо нужны. Получается, бесов нету, а так как я не грежу этих сраных магогов, ну, очень редко это бывает, то смысла ноль. А магоги идут на джебе как мясо. То есть это бред. Тем более он сам как герой говно, я уже объяснял. А у меня миллион раз бывало, что...
Ой, бля. Так. Ну, он ходит, конечно, пиздец, как долго. Дольше в него ходит, я не знаю, только Амилу, наверное. Ну да, наверное, только Амилу ходит дольше в него. Мишаня долго ходит. Вот это пиздец, я тут покерные раздачи смотрю. Так. А, он сходил. Я даже не сомневался, он типа Броном будет играть. На самом деле, даст даже лучше, чем Мифала, теоретически. По прокачке лучше. Так, ну с виду неплохо довольно-таки все. Так, бежим, 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 бежим. Не добегаем. Так, конца один улик. Дочка лезет. Так, три героя у него все. Он решил заиграть. А что тут такое? А, ну понятно, хуета. Зачем даже было спрашивать?
Так, не знаю, играть, не играть это. Ладно, листанем. Не нравится что-то мне в этом раскладе. Хрен знает, что мне нравится. А, 130 гнолов, говорит, у него на 1-1-1. Ёбнулся. По чуйке, можно сказать, это сделал. Я еще сразу подумал, странно, что он в три героя разбежался. Он обычно любит разбегаться поболее. Так и понял, что там. Да, ну. Ифриты тут не решают, парни. Тут решают угли, консули, всякая вот эта шляпа, нычки. Так, с виду ничего. Флаг, дороги хорошие. 3 стека. 2 стека. А, жалко, разбежка 5 будет. 20 тут, 23. Хороший расклад. Сразу камень, сразу какие-то шляпы. Воры. Не, нормально, мне нравится. Ну, скалы есть, но может не так много пока что. Не видно. Так. Ну, долгие ходы очередные от оппонента. Непонятно с чем, непонятно на чем.
Плюс 350 голды ему герой зашел, что неплохо для него без денег. Так. Блять, ну он возьмет 300 по-любому. Расклад с виду хороший. Не может он не взять 300 с его чуйкой, как будто стрим сможет. Так.
Так. Нет, смотрите, он не берет рестарт опять наглый. Пес. Там змеи лучше нет, васьков нет. Это гуд. Блять, вот это хреново. Чё такая большая охрана? Ну тут 20 васьков ровно. Так, началось, блять, вот они. Ну это рестарт опять с моей стороны. Это, блядь, все бьется с потерей армии. Мне это, наверное, не надо. Три. Ну, тем более он там разбежался хорошо. Хотя улей есть, да? Два улья, да? Так, сюда. 5 героев у него, да? Так, проклятий нету. Давай мораль, блядь. А, не может быть морали у меня жить. Отлично. На самом деле не такой серьезный блок, как я думал. И армии показывают. Да не, пиздец тут. 1-1-1. Блоки, вся тема, это мне не нравится. Так. Чатик молчит, чатик ничего не спрашивает. Хуёво чё. Если сейчас опять придет говна артефакт, я просто перестану их ставить. Заебали они. Так. С виду опять неплохо, по-моему. Раздваивается дорога, опять гоги построены. Герой нормальный попался. Кстати, артефакт не худший. Отойду пока.
Продолжаем, да, нашу партию. Саутинель. Ну, по классике жанра он должен взять рестарт. Не знаю, что у него должно выпасть. Отрестились, да я даже не сомневался, что он возьмет. Все, последний рестарт он взял, считай без рест. Опять. Погнали. Тоже золото возьму, заебал этот артефакт, не дает ничего. Так, ну в этот раз Гоги не отстроены. Дороги вроде ничего. Развилка есть. Скалы плохие. Пока ничего не вижу. Объекта ни одного, по крайней мере, нормального. Так. Не очень было с консой. Он сказал же, что у него 130 гнолов было на 1-1-1. Так что такое себе.
Так. Все стримят сегодня, да? Сегодня какие-то крутые партии. Блин, а Милу не было с утра, я хотел с ним играть. Ой, какой же долгий у него ход. Так, извините, поговорить. Погнали. Разгончик есть. Геройчика пока нет. Гунарчика какого-то. Так, ну, блядь, эльфы, даже не сомневался. Осмотр земли. Ну, хоть, блядь, обойти. А, не, нельзя. Да? Блядь, ну это просто хуйня умиляет. 80-й, блядь, блок. Можно далеко обойти только. Так, опять этот герой неплохой. Так. Так, может его папкой? Да я его папкой сделаю. Так, сюда, сюда. Так, сюда.
Ну это пиздец, очередная раздача, но пиздец раздало мне. Ой, боже, просто боже. Я даже не посмотрел, сколько у него героев, но это не важно, я думаю. Тут ГО уже багнуло, что ли? Так, значит, сюда еще героя надо выпускать. Так, ну понятно, блядь. Называется «Обойди меня». Тут жопа до определенного периода, но это надо будет брать, наверное. Так, ну что, пропускаем, делать нечего, блядь. Так себе раздача. Мягко говоря. Так. Блять, ну можно было не Гога в кого-нибудь другого поставить. Так, так. Так, денег, котлов, может быть, поставим даже девилов, если получится. Блять, этим неправильно пошел, надо было остаться. Загнался. Так, то, что он ходит быстро, это хорошо. Так, конца. Так, много горшков, золото прилично. Так, 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 так. Артефактов нету, правда. Да, золото прилично, но пока не так уж плохо, как я думал. Явно обходить. Сюда. Сюда берем. Котлов прилично очень. Это гуд. Ну тупо идем, блядь, в дьяволов. Я потому что ничего пока не вижу. К концу дьяволов и все.
Замок возле ГУО, походу. Так. Бля, что-то он быстро пропускает, мне не нравится это. Точнее, отчасти только нравится. Блять, ну какие клоны без страсти? Так. Хуяк, нихуя нету. Так. Так. Надеюсь, я блока, блядь, не встречу еще конца. Вот.
Так, сюда. Сюда. Сейчас тут все наберем. Врата демонов. Строим прям в цвет дьяволов. С дьяволами хуячим вот этих мудил. Строим дьяволов и берем конца. И может быть даже утопу. 20 тысяч пойдет. Так, ладно, сейчас подойду.
Я тут, ну что тут происходит? Он сдался тоже. Сука. Жизнь зло, ебать. Так что сегодня один-один с ним. Так, создал он новую, ну, бывает, не пошло ему тоже. Говнораскат сдало с блоками, может. Сопряжение темницы интересно, да. 2000 дам. Двести, 2500. Ну, 3000 точно можно дать. Даже 3500. Он сейчас отдаст. За 3-3,5 точно отдаст. Вебка, а нужна вебка, могу выключить, если мешаю. Вот, пожалуйста, фейс профиль, ебать. Вебочка. Вебка без стриптиза. Ну давай. Что-то он на что-то отвлекается, не пойму. Он постоянно как-то зависает, прежде чем предложить новое, ну, в торгах новое движение. Отдал, но я не сомневался. Красный, нет, 1000. Явно не отдам просто так, мне красный нужен. Я готов даже 1500 отдать. Отлично. Красный дамж. Ну погнали. Красный дамж за 5. Вполне. Так. Погнали! Так, 2 стека, 10 циклопов. И гуннар. Так, гуню прячем пока.
Плюс 5 ОУ блок. Но пока это не рез точно. Ну, если честно, не очень, но плохо. Так. Суки, блядь. Смотри, какие твари, блядь. Хотели, блядь. Да ну ебал я в рот, короче, ебать, я ща выйду, нахуй. Ёбаная пидорасня. Ну, расклад говно пока, очень говно. Не считая Гунара, плюс 5 овоц. Нихуя нету, ни объектов, ничего. И блок в одну сторону. Да, расклад говно. Я 1-1-2 возьму, если он сейчас не возьмет. Предыдущую я выиграл, он сдался. А перед этим я сдался тоже. 1-1 пока сегодня. Так, ну взял он сразу рестарт. Так, мои девчонки пришли.
Второй рисак берет пацан. Пиздец. Как будто смотрит мой стрим. Хороший расклад был.